Всем привет! Сегодня готовим яблочный десерт, потому что яблоки у нас присутствуют круглогодично, от них не поправишься, к счастью, ну и это очень вкусно. В общем, нам понадобится 3 яблока. Мы их очищаем от сердцевинки и от шкурки. И яблоки нам нужно произвольно, но не крупно порезать. Яблоки складываем в какой-нибудь сотейник, кастрюльку небольшую. Наливаем чуть-чуть водички, у меня буквально 1/3 стаканчика. И ставим на огонь. И увариваем их, развариваем их, чтобы получилось мягкое, нежное яблочное пюре. А пока яблочки варятся, возьмем стакан сока яблочного с мякотью. И добавим в него желатина. Желатина я добавляю 15 грамм. Ну, еще раз повторяю, желатин всегда разный. Смотрите, в общем, чтобы в пачке желатина было написано, что его нужно на пол-литра. В общем, желатина берите как на пол-литра. Вот так вот яблочки наши варятся. В конце я вам скажу, сколько понадобилось минут до полной готовности. Итак, через 10 минут яблоки готовы. Видите, какие они стали мягкие. И сейчас берем блендер и делаем пюре. Получившееся пюре добавляем пару щепоток корицы и сок с желатином. Все перемешиваем. Я в этом рецепте даже не буду использовать сахар. Ну, чтоб полезно, так полезно, чтоб диетично, так диетично. Но если вы сластеный, вы можете добавить по вкусу сахар. Но мне кажется, яблоки и сок, особенно с мякотью, они и так достаточно сладкие. Все готово, теперь надо немножко остудить. Яблочная масса остыла, еще раз перемешайте и разливаем по формочкам. И отправляем в холодильник лучше всего на ночь. За ночь наш яблочный десерт полностью застыл в холодильнике. Видите, он очень хорошо держит форму. А теперь я вам покажу, что же получилось. Вот видите, то ли суфле, то ли желе. Но это должно быть очень вкусно. По вкусу как будто вот ешь прям... На самом деле яблочное пюре, только оно такое и охлажденное, и упакованное, и утрамбованное. Очень вкусно, очень витаминно, очень полезно. Подойдет даже маленьким детям. Вот такой вот несложный, но полезный яблочный десерт я предложила сегодня вашему вниманию. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал и всем пока!